Пока дед гостил в Бобруйске, у нас в доме царило шумное оживление. Все носились туда-сюда, приходили и уходили гости и деловые партнеры. Во двор въезжали и уезжали экипажи и дрожки. Обед подавали позже, чем обычно. Полина Венгерова, воспоминания бабушки. Что напеваете вы, когда у вас хорошее настроение? Когда на хорошее настроение, я люблю старые наши песни, понимаете? Нашего возраста нашего. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить. Со нашим атаманом Люба голову сложить. А Люба жить? Люба. Бьется в тесной печурке огонь. На поленях смола, как слеза. Небо поможет нам, небо поможет иска. Допустим, страна моя. Москва моя, вот это, понимаете? Ты самая любимая. Так, и еще, знаете, когда эта песня, вот забыл, как она называется, когда уходили студенты на БАМ, строить БАМ. You are the sun, you are the only one. Все, наверное. Парней так много, холостых на улицам Бобруйска. Это Бобруйск, дамы и господа. У нас любят петь и шутить, потому что Бобруйск – самый лучший город в мире. С вами Надежда в городе Бобруйске. Вот уже практически месяц, как мы находимся в состоянии праздника. Погода и Новый год не баловал, но нам, бобруйчанам, все нипочем. А чтобы взбодрить горожан и гостей, на предприятии «Водоканал» придумали продавать теплый ароматный глинтвейн на открытой площадке у ресторана «Червоная вежа». Ресторан «Червоная вежа» в Бобруйске знает каждый. Если взглянуть вооруженным глазом, с обратной стороны знаменитой башни обнаружится открытая площадка, где желающим согреться в зимнюю пору подают глинтвейн по-бобруйски. Идет вино, то есть красное, сладкое, корица, сахар, ликер. И если с добавлением меда, значит медовый, то есть лимон, там грейпфрут, апельсин. А вам какой больше нравится? Мне нравится медовый, он сладкий. Мы его никогда не пробовали. Да. Мы список составляем, что мы не пробовали. Сейчас попробуем и галочку поставим. Вам есть 18? Нет. Нам есть 21. Приготовить глинтвейн – целое искусство. Турку с вином разогревают на песчаной бане. Это с берега Березины, наверное, песок? Нет, это скорее где-то от Северного полюса достали песок. Насчет песка на Северном полюсе есть сомнения, а вот то, что бобруйчанам местный глинтвейн по вкусу, сомнений не вызывает. Время снять пробу. Вкусно, кстати, очень. Такой вот, даже... Посмотрите, с какой завистью на вас мужчины посмотрим, которые... Подоспела вторая порция напитка. Бодрящий, вкусный напиток. Очень замечательное настроение. А давайте придумаем глинтвейну какое-нибудь бобруйское название. Бобруйское? Бобртвейн. Да, Бобртвейн. Это оригинально, кстати, это бренд будет. Вот посмотрите, он запомнится надолго бобруйчанам. Попробует еще человек 10-15, да? И это будет Бобртвейн. Благодаря глинтвейну, ну или еще чему-нибудь, все новогодние праздники бобруйчане провели весело. Некоторые даже новаторски. Выбрасываем диваны с пятиэтажек, с окон. Да. А и много на вашем счету выброшенных диванов? Ну, на моем там 9, 5, 9, 8, да. Я счастливый человек, я радуюсь, я живу в городе Бобруйске. Это вторая столица мира, я могу это доказать. Первая столица – это Москва мира, вторая столица – Бобруйск.
Ира, почему? Потому что везде наши люди бобруйчане, везде они. Похоже, ароматный глинтвейн станет обязательным атрибутом новогоднего Бобруйска наравне с елкой или вот таким симпатичным бобром из мишуры. Этот напиток умеет согреть не хуже теплых слов, на которые, кстати, бобруйчане не скупятся. Я бы хотел, чтобы люди научились прощать друг друга. Вот. И, конечно же, больше любви и, самое главное, здоровья. Танцевать. Обязательно танцевать. Всегда даже побывать. Кому за 40, за 50 тоже танцевать. Да. Между прочим, понятие «глинтвейн» – «пылающее вино» появилось еще в 17 веке, когда в Европе стали греть разбавленный алкоголь, добавляя в него фрукты и специи. Из этих необычных комбинаций и получились ароматный глинтвейн, дымящийся пунш и крепкий грог. Как известно, самая популярная тема для разговоров – погода. О ней и поговорим. Когда такое было, чтобы в январе в Бобруйске расцвели маргаритки? А тем не менее, еще в начале недели зима умело маскировалась под весну. Наш корреспондент Анна Лапо примерила на себя роль метеоролога и досконально изучила температурные рекорды Бобруйска. Погода в этом году не перестает нас удивлять, но эта зима не самая удивительная в жизни бобруйчан. Поискала я для вас самые интересные температурные рекорды. Например, самый холодный январь с того момента, как температуру в Бобруйске стали фиксировать, был в 1970 году – -37.5 градусов. А самый теплый январь был в 2007. Тогда температура была почти летней – 10 с плюсом. А вообще средняя температура в январе у нас в Бобруйске должна быть 7.7 градусов. А у нас, бобруйчан, есть и свои температурные рекорды. Каждый вспоминает свою собственную историю лютой зимы по Бобруйске. 61-62 год. Было очень холодно. Я в марте шла. Это в шубе и в валенках, как говорится. 2006 год. У меня родился сын. Был январь 18. Наверное, -32-35. В том году очень холодно было. Сына присяга была, мы там в Минске замерзли очень сильно. Ну, я не думаю, что там же у нас такие были какие-нибудь супер-супер-дупер холодные зимы. У нас все-таки климат континентальный, нормальный, ровненький, мы привыкли к нему. Нам даже наоборот тепло уже мешает. Зимой, наверное, было немножко холоднее. Это зимой лыжники и конькобежцы на скамейке запасных. А вот велосипедисты рулят по бобруйским улицам и на календарь не смотрят. Может, конец января порадует нас пушистым снегом? Но самый глубокий снег был в Бобруйске в 2004 году. Глубина снежного покрова составила 87 сантиметров. А меньше всего снега было в 50-м. Тогда глубина снега составила всего лишь 5 сантиметров. А вообще в среднем, в нормальную зиму, должно быть примерно полметра. 46 сантиметров – средняя глубина снега у нас в Бобруйске в январе. Остается лишь с ностальгией вспоминать, как много радости приносит зимние забавы. Заливали каток, и были ледяные горки в детском парке, и парк вот взрослый, теперь он называется, вот там мы катались. Было, знаете, вот мы по интернациональной 56 жили, а там такое маленькое, как озерцо было, и горки. И лыжи, и по парку, вот я знаю, со школы, так мы обязательно, это были нормы. Мы должны были на лыжах топать. Обычно мы катались на лыжах, на коньках, делаем снежных снеговиков и в горке катаемся. Зима. Крестьянин торжествует, на дровнях обновляет путь. Евгений Онегин, 5 глава. А у нас в Бобруйске в этом январе не на дровнях, за дровами, а по грибы можно ходить. Вот такая природная аномалия. Скажу честно, удивить журналиста сложно. Но я не смогла скрыть удивление, когда узнала, что режиссер Геннадий Васильев родом из Бобруйска. Возможно, имя его сначала вам ничего не скажет, но фильмография этого талантливого человека знакома многим. Все-таки как много талантливых людей выросли на наших бобруйских улочках.
Минская, в Бобруйске. Именно здесь, по адресу Минска, 12, в 50-х годах прошлого столетия проходило детство Геннадия Васильева, известного кинорежиссера, работу которого все мы хорошо знаем. Итак, смотрите и узнавайте. Из родного Бобруйска в большую жизнь Геннадий Васильев отправился в конце 60-х. Закончил высшие курсы сценаристов и режиссеров и стал режиссером знаменитой киностудии имени Горького. Именно Васильев, наш бобруйчанин, придумал и снял известный сюжет Ералаша «Муха». По-моему, они строят баррикады. Мужайтесь. В конце концов, все мы смертны. В начале своей карьеры Васильев стал снимать фильмы для детей. И, как говорят, попал в яблочко. Первым фильмом в 1975-м был «Финист. Ясный сокол» и сразу приз Международного кинофестиваля в Испании. В 1976-м новая работа «Пока бьют часы». Сниматься у Васильева согласился сам Георгий Вицин. Готово. Пожалуйста. Посмотрим. Не кукулочка, а соловей. К сожалению, нам не удалось узнать, бывал ли Васильев в Бобруйске после того, как его родители переехали в Ленинград. Но можно предположить, что он побывал в городе в 80-х. Ведь именно в это время автор обратился к несвойственному для себя жанру исторического фильма. Ну а атмосфера Бобруйска этому способствует как никакая другая. Вы смотрели фильм «Русь изначально»? Да. А режиссера помните? Да. Как фамилия? Не помню. Смотрели. Угу. И книгу читали, и смотрели, ну и что? А режиссера знаете? Нет. А между тем, кинокритики назвали фильм «Русь изначально» шедевром, который обязательно нужно посмотреть. Ходят слухи, что даже знаменитые братья Вачовски, снимая «Матрицу», списали с нашего фильма кое-какие режиссерские приемы. Так это или нет, неважно. Важно, что Геннадий Васильев вырос именно у нас, в городе Бобруйске. Любимых фильмов советского времени у бобруйчан великое множество. Но есть среди них и самые-самые, те, которые давно разобраны на цитаты. Слово бобруйчанам. Ваш любимый советский фильм? Новогодний. Что, «Ирония судьбы» или «С высоким паром»? Вот я этот, ну... Все время его смотрю, он, знаете, и не надоедает никогда мне. Ну, «С легким паром» как-то там, я не помню, как она точно называется. Чё? Ну, там, где тетка снимает парик и говорит, и меня вылечит, и вас вылечит, вот это вот. То есть это «Ирония судьбы» или «С легким паром»? Да, да, да. А может быть, все-таки Иван Васильевич меняет профессию? Ну, нет, нет, нет. «Ирония судьбы»? Да. Кто у вас там самый любимый герой в «Иронии судьбы»? «Иронии»? Ну, наверное, все-таки вот этот Лукашин. А брутальный мужчина? Ну, такой интересный, мы скажем, мужчина. Город Ленинград, 3-я улица Строителей, дом 25, квартира 12. Что? О, «Весна на Заречной улице». Самый лучший? Да. А оттуда какой эпизод вам больше всего запомнился? Когда они бегут по лужам, вот это вот. «Лянтовая рука». Какую сцену, такую самую веселую из него, помните, которая вам больше всего нравится? Там, где ногой по столбу бил. «Джентльмены, удачи». А за что вы его так любите, ваша любимая сцена? Ну, он связан с Новым годом. Самая любимая сцена. Там, где они друг друга снегом обсирают. Как это? Можете изобразить? Ну, как-то так вот. Между прочим, самыми кассовыми фильмами советского кинопроката были «Пираты 20 века», «Москва слезам не верит» и «Бриллиантовая рука». Каждый из них просмотрели более 80 миллионов зрителей.
А теперь возвращаемся на улицу Минскую, куда на минуточку сегодня уже заглядывали. Если вы гость и решите у нас в городе Бобруйске прогуляться по Минской, запаситесь терпением. Улица протяженная, но и всего интересного на ней хватает. Смотрите сами. Сегодня приглашаю вас прогуляться по самой длинной улице нашего города, к тому же единственной, которая сохранила свое историческое название, по улице Минской. Начиналась она от Минских крепостных ворот и шла практически через весь город, через красивую березовую рощу, которую когда-то называли «Рощей любви». Здесь же был построен и храм в честь святого Георгия, покровителя воинов, в 1907 году. После закрытия церкви в 1924 году там размещали швейные мастерские, склад, позже столовая и библиотека. В 1990-м силами прихожан началась реставрация Свято-Георгиевского храма, называемого в народе «Белая церковь». А с 1991 года в нем возобновилось богослужение. Вдоль Минской улицы находится и старое Минское кладбище. Сейчас это не просто место захоронения. Оно представляет собой настоящую историческую ценность. На старом Минском кладбище захоронено множество великих людей, в том числе и первые коменданты крепости, к примеру, Кровавый Берг. После Великой Отечественной войны здесь похоронили уже и героев Советского Союза. В братской могиле здесь покоятся погибшие во время Великой Отечественной бобруйчане. А вот там, по другую сторону улицы, есть новое еврейское кладбище, где последнее пристанище также нашло немало известных бобруйчан. На краю Минского кладбища находится мемориал, заново отреставрированный, который украшает статуя святого Георгия на коне. Мемориал в честь 300 воинов, погибших при освобождении Бобруйска. Рядом с мемориалом маленькая часовенка всех скорбящих в радости. Старые деревянные здания Минского форштата были уничтожены отступающими фашистами в 1944-м. Если до войны оба кладбища, Минское и Еврейское, находились на окраине города, то сегодня за ними тянутся жилые массивы микрорайонов и ряд промышленных предприятий. Заканчивается Минская улица еще одним мемориалом в честь 117 бойцов, погибших летом 1944 года, бойцов 356-й стрелковой дивизии. А дальше улица переходит в Минский тракт и уходит далеко-далеко в сторону нашей столицы. В каких бы красках ни расписывали жизнь в столице, а нам и дома неплохо. Конкретно в городе Бобруйске. Как-то у нас уютно, по-домашнему. Вот недавно Рождество встречали. По этому поводу был дан большой рождественский концерт. И зал таки был полон, потому что мы, бобруйчане, культурные люди. В Могилевском областном театре имени Дунина Марцинкевича последняя репетиция перед премьерой. На сцене воспитанники воскресной школы Иверского храма. Но детям нельзя мешать к нему идти, его искать. И так сказал источник сил, детей обнять, как ослабил. В рождественском концерте небывалое количество участников – 120 человек. Те, кто выходит на сцену впервые, и настоящие профессионалы. Партнеры чемпионки мира и Европы по акробатическим танцам Юли Гришановой – студенты экономического университета, обычные КВНщики. У меня сегодня было уже два экзамена, поэтому мой адреналин уже играет, и уже переживания почти все отошли, поэтому сейчас, наверное, я выйду на сцену, и это самое любимое чувство – это наслаждение. А вот маленькая Наденька. На сцене она впервые. И то, что на сцену она выезжает в инвалидной коляске, ее ничуть не смущает. Творческая задумка авторов концерта – объединить современное хореографическое искусство и православные традиции. Прививать этикет, прививать вкусы, прививать эстетику и учить наше поколение то звено, которое мы утеряли много-много лет. Для нас творческая деятельность, язык культуры является средством для воспитания духовных традиций, самое главное, традиции наших христианств.
свободных мест нет. Добрые улыбки и светящиеся счастьем глаза. Верный признак того, что Рождество в Бобруйск действительно пришло. А что же спортивная жизнь Бобруйска? Как обычно, кипит. По итогам 2013 года четверо бобруйских спортсменов вошли в число лучших в Могилевской области. Это Игорь Бокий, Максим Петров, Вера Хвощинская и Павел Платонов. Внимание на старт! Расскажем подробнее. Чего-чего, а спортивных достижений в Бобруйске хватает. Вот, например, мастер спорта международного класса, пловец Игорь Бокий. Пятикратный победитель чемпионата мира среди паралимпийцев. Трехкратный рекордсмен мира. Абсолютно заслуженно попал в число не только лучших спортсменов нашего Бобруйска, но и Могилевской области. А говорит все потому, что в детстве кушал много каши. А вот любимое новогоднее блюдо спортсмена – галенка по-польски. Что входит в этот рецепт? Свиная нога. Большая свиная нога? Ну да, довольно-таки большая. Есть много, надо много для спорта, да. Она потом не тянет на дно, эта свиная нога? Ну, смотря за сколько поел до тренировки. В число лучших спортсменов Могилевщины вместе с Боким вошли бобруйчане, бронзовый призер чемпионата Европы по настольному теннису Павел Платонов, шахматистка Вера Хвощинская и Максим Петров, победитель юношеского первенства мира по гребле на байдарках и каноэ. К слову, с Максимом нам удалось встретиться и узнать, что занимается он плотно 5 раз в неделю. За новогодним столом попробовал все, кроме спиртного, табу. Вместо этого предпочитает... Ну вот я первый раз попробовал квас такой настоящий деревенский, там не газированный какой-то, а вот такой вот именно свойский, и мне вот он очень понравился. Вот я как-то... Теперь осваиваете рецепт варки кваса? Пробовал, кстати, пару раз сделать, получалось немножко брашка иногда поначалу, но то есть как бы... Но все впереди! Да, идем на пути к правильному рецепту. В конце года чествовал героев спорта и город. Бобруйчане назвали 10 лучших спортсменов. Фигурируют как персоны хорошо известные, например, Александр и Андрей Богдановичи, так и перспективная молодежь, мастер спорта по вольной борьбе Ирина Курочкина и другие. А вот перед кем снимают шляпу даже самые выдающиеся спортсмены – это перед тренерами, десятка лучших из которых тоже была определена. Среди тех, которые уже сегодня на слуху, такие как Банько, такие, как Яновский Петр Федорович, такие, как Жуковец и так далее, другие. Появились новые имена. Петрова Максима подготовил у нас Усик Женя, молодой специалист, чуть больше 40 лет. Я надеюсь, что у этого тренера хорошее будущее. Спортивный 2013 год для Бобруйска сложился неплохо. Более 60 спортсменов принимали участие в первенствах самого разного уровня и завоевали 28 медалей, среди которых 8 золотых. Спортсменам удачи в новом году. Очень жаль, что на Олимпиаде в Сочи не будет ни одного бобруйчанина. Уж мы бы поболели. А вместе с нами и те страны, в которых живут выходцы из Бобруйска. И их, поверьте, немало. А теперь по традиции от жизни спортивной переходим к страничке культурной. Так жизнь входит в будничное русло. Праздники, наконец, позади. Хотя, если вы настоящий бобруйчанин, то жизнь для вас всегда праздник. Потому что вам посчастливилось родиться в одном из самых знаменитых городов мира – городе Бобруйске.